Сегодня я вам покажу, как проходит один день на сборе в Турции. Погнали. Будем работать сегодня. Технически. Побольше нутеллы, побольше углеводов. И лодка сама едет. Сама едет лодка на тренировке. It's the blackout, Rory got the back out, showing my black ass, engine in the glass house, started in the crack house, Obama went the back route, killed Bin Laden, another four up in the black house, still got the max out, pull a mask down like a mascot, still trick with bitches, I would money her with ass shots, good had room for one more, I took the last spot, re-up gang Peter, nigga Yada hit the jackpot, whole nother level, then you add fame, that's a whole nother devil, legit drug dealer, that's a whole nother bezel, the car Carbon Automar, that's a whole nother metal, but still keep it ghetto. Behind the scenes, pull strings like Geppetto. The gun blow steam, whistle like a tea kettle. Running like the rebels, you an LV sports shoe on a pedal. I let you niggas settle. Просто тече, будешь продувати воду, бо вона ще, получається, тече і так іде, і ще ускорення. Ну от проти вітру ж лучше йти, чим по вітру. Ну чо, хто тобі сказав? Ну как? Ну. Сьогодні було дуже... Тяжелая тренировочка. Уже Саня опять что-то наколотил, пиво. Это углеводики. Лево, право, лево, право, право. Право. Держи. Два километра пробежки. Отлично. Леонтьевич работает, Маша работает. Помаши ручку. Света работает. Саня, а Саня не работает. Вот так вот. Работаем. Обед — это у нас самый плотный и самый большой прием пищи. Да, это еще фруктов набрали, чтобы перед тренировкой вечерней зарядиться. Ну а теперь все, отдыхаем. Есть еще немного времени, чтобы поспать. Так, вечером у нас по плану зал. Силовая тренировка и бассейн, если будет возможность. Погнали. Все, начинаем нашу пробежку на хорошем таком стадионе. Здесь сегодня мы видим, тренируется команда Днепро на той стороне стадиона. Хорошо здесь увидеть наших ребят. Все, начинаем пробежечку. Стартуем. Погнали. 40 минут уже, да? Да. Так, 40 минут. Все, до встречи. 8 км, 120 метров за 40 минут. Неплохо. Сейчас мы еще пройдем кружочек и пойдем работать в зал. Пойдем? Да. Сейчас мы переоделись и начинаем работу в зале. Сегодня что-то новое тренер написал и... Не знаю, как выжить. Если выживем. Вот. Итак, тяга и жим 100 раз, 2 подхода. Есть у нас еще одна идея.